Всем привет, ребят, с вами Конор. Естественно, у нас сегодня обзор на игры. Ну или, как говорится, будем играть сегодня в данную игру. Естественно, будем играть в Transport Fever, блять, 2. Поэтому начинаем, как говорится, транспортную империю, самую настоящую. Ну и в, как бы сказать... Выражать прямо полную нахуй цен... Ой, полную тему транспорта, как говорится, ну, в данной игре, в Transport Fever 2, как говорится. Ну что, давайте приступим тогда. Так, что у нас тут вообще есть, бля? У меня, конечно, тут карта будет огромнейшая. На 1.5, ё-моё, формат. 1.5. Мания величинь... Мания величия, как говорится. Ну, карта будет, наверное, очень здоровой, тяжелой, блядь, там, короче. Ну, пиздец, бля. Давайте уж так, чтобы прям был прям полный транспорт, ё-моё, на этой карте. Давайте-ка воды побольше. Как-нибудь надо тут сделать. Нет, хуйня. О, нормально. Конечно, тут будет как-то проблем с устроить, блин, но ничего, как говорится, построим. Не. Немножко лагает, конечно, там, потому что игра тяжелая, как говорится, там, модов там до хера. Как говорится, много модов на, ну, много, блядь, русских модов будет. Мне бы хотел вообще выбрать именно прям настоящую именно русскую карту именно. Ну, есть, конечно, там скачанные, ну, именно там, я имею в виду в Стиме, там эти русские карты, но мне неохота на них играть. Ну, ладно, давайте вот такую карту тогда выберем. Сейчас генерация карты идет, там это будет все это долго идти. Все это будет подгружаться, блядь, как говорится. У нас карта, короче, на 10,5 умноженная на 20, ой, на 52 километра. Охереть, бля. Посмотрите, сколько, ребят, тут городов. Я города, кстати, сделал минимальные, потому чтобы, не знаю, чтобы было, наверное, проще строить. И 185, блин, промышленностей. Сука. Холмистность я ее убрал нахер, потому что она вообще не нужна. Потому что у нас же русская равнина, как бы сказать, и ровная, и все там подобное. А не Европа. Ну ладно, давайте сейчас настройки, моды там, все там подобное. Климат умеренный, не азиатский, мне не нужен сухопутный. Кстати, есть тут даже... Можно так настраивать, название городов русский. Окружающая среда умеренная. Ну, короче, вот... Так, давай-ка сейчас вот... Так. Вот этот вот поставим тоже мод, это тоже поставим, вот это тоже. Вот это, короче, сейчас все поставим, блядь, и тогда можно начинать, как говорится, тему нашу. Прям конкретно. Тут, кстати, очень много всяких локомотивов там. Ну, именно из этой вот... там, скорее всего, наверное, некоторые модели вам знакомы из... ну, естественно... Тут также электрички наши старые есть, блядь. Там, короче, много тут чего есть. Эрка. Р2К. Ну, это я не хочу как бы ставить, потому что это слишком уж... крупно будет. Это также не буду ставить. Сандбокс. Блин, тут этих VL-ов, блин, тут много чего, кстати, есть. Давайте сейчас так вот все это установим. Вот так. Ой. Господи, что бы это случилось-то? Так. И это тоже поставим, вот этот новый тепловоз. Хотя он как бы особо-то и не новый может быть. Но поставим.
Вот это вот VL19, там VL8 поставил. Затем поставим также VL23. То вот эти вот старые электровозы советские. Во, сам первый VL поставим тоже. Первые электровозы Советского Союза поставим тоже. Но они будут, как говорится, не скоро. А, как говорится, начнем-ка, пожалуй-ка, вообще со середины 19 века. Ну что, погнали. Кстати, ребят, загрузка будет долго, поэтому на паузу. Ну что ж, ребят, вот загрузилась наша огромнейшая карта, как говорится. Ну, ребят, вы сами знаете, вы сами видите, какая она тут огромная, как бы сказать, целых на 1,5, ё-моё, она просто величайшая карта. На ней тут, кстати, так можно так неплохо так разгуляться, ё-моё. Это пока что так видно, что ничего нет, нихуя. Ну, вот, смотрите, вот она, огромнейшая река. Вот она у нас тут, она протекает, как говорится. Но, как говорится, вот. О, ребят. Тут можно много-то чего подумать, как бы сказать, сделать и... Ну и так далее. Поэтому блядь, пиздец. Игра даже немножко так провисает, даже на паузе. Лучше быстро так, не надо так вот все это делать, там все там подобное. Вот, кстати, наши русские города, как говорится, вот этот вот Камышин, Липецк. Что это у нас? Салават. Ну, это я не знаю, с какого это города. Анапа. Волгоград. Блять, надо, кстати, для него название изменить, потому что Волгоград, мне кажется, больше подойдет вот именно этому городу, вот этому. Россош. Вот, кстати, у нас также есть и Барнаул. Также тут какие еще... Каменск-Шатинский. Блять, короче, Казань. Асбест. Тут также есть город Грозный. Ну, пускай он так остается. Свободный. Нормально такое название, блядь. Охуенно. Магадан, блядь. И, естественно, Биробиджан, ё-моё. Но, окей, ребят, давайте уж тогда сделаем так. Вот этот город, ну, так оставим ему название Магадан. Ну, а этому... Он, поскольку он тут маленький, как бы сказать, и все тому подобное. Давайте уж ему поменяем название на название Тула. И сделаем его пока что временной столицей, как бы сказать, данной нашей, как бы сказать, империи транспортной и все тому подобное. Ну и будем его, как говорится, развивать. Будем его, как говорится, развивать и все тому подобное. Так. Так. С чего же тут, блин, пожалуй, начнем? Естественно. Ну-ка, давайте-ка тогда вот этот город Свободный, как раз-таки ему поменяем название на Конореград. На Конореград. Или просто Конорград, короче, вот. Вот наш город. Конорград, который, кстати, будет, наверное, в следующих, наверное, поколениях, будет, наверное, столицей, как бы сказать, уже второй столицей данной, естественно, нашей, как бы, огромного государства. Ну, ее сделаем потом, как говорится, а сейчас пока столицей у нас будет Тула. Ну, скорее всего, что я сам, блядь, в Туле живу, может быть, из-за этого и решил сделать ее столицей. Ну, ладно. Так, ладно, давайте уж тогда
О, кстати, у нас тут вот такие вот рельсы, пути, 120, ё-моё, вот такие вот обыкновенные. Вот, кстати, вот, сейчас у меня там просто прогрузка очень долгая. Вон, вот такие вот рельсы наши стандартные. Также есть такие, такие, такие. 40, 60, 100, 100, 100, блядь. Обыкновенные. Ну, это, короче, вот. Ну, ладно. Пока что будет временно стоять пока такие рельсы. Ну, ладно. С ЖДшкой потом тогда займемся. Давайте сперва займемся с городом, как бы сказать. А именно с чем же тут надо заняться? Естественно, сделаем повозочки, как говорится. Сделаем повозочки, чтобы тут были повозочки. А именно наши великие омнибусы, как говорится. Но я как тут подумал сделать? Давайте, короче, вот сделаем так. Наша остановка тогда будет начинаться отсюда вот. Давайте вот сделаем так вот отсюда. Это будет наша начальная, типа это конечная, начальная-конечная остановка. И блять, давайте-ка сделаем где-нибудь. Да, мне там просто птица чирикает, блять. Блять. Ну ладно. Короче, получается, у нас остановка будет именно так вот двигаться. Ну ладно, для ЖД построю следующую, как бы, линию именно нашу великую. Так. И вот здесь строим. Так, теперь проводим остановки. Остановки у нас будет как идти? Получается, первая остановка здесь, вот здесь. Это у нас ведет вот первые две остановки. Да, лагает пиздец как. Ну, это из-за размера карты. Вот здесь. Вот. Короче, у нас-то вот такая вот получается линия. Как говорится. Да, но она будет короткая, но со временем, наверное, буду ее расширять. Нашу вот эту вот линию. Ну, вот здесь поставим остановку и все. Во. А, теперь что делаем? Ставим здесь наши любимейшие депо. Как говорится. Трамвайчики тут, скорее всего, тоже будут. Поэтому насчет этого не переживайте. Так, вот, кстати, у нас и омнибусы. Давайте-ка поставим пока что вот такие вот омнибусы. Пару штук возьмем. 6 штук. Так, ну маршрут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, это наши первые остановки, наши первые, как говорится. Трамвайчики потом тогда будем делать и все. Вот, кстати, наши, блядь, лагает, конечно, пиздец. Сейчас он должен прогрузиться. Во-во-во-во-во, пошла прогрузка. Вот, кстати, наши омнибусы. Наши великие российские омнибусы Российской империи, как говорится. Это двухэтажные омнибусы поехали. Как видите. Пока что у нас временно будет только. О, кстати, люди уже стоят, тут ждут. Вот они стоят. Они так сами сейчас разъедутся, как говорится. Автоматически. Поэтому насчет этого переживать ему. Ну, не обязательно, как говорится. Вот, кстати, вот они пустые пока что. Ну ладно. Как говорится, со остановками немножко так проблему решили. Ну, я имею в виду, поставили остановки и все, теперь. Теперь уже будет уже, как говорится, тут. Прям на полную тут все будет работать, все там подобное. Ну, пока с остановкой, конечно, толку пока не будет особо-то. Но главное, что создали движение в городе на 10%. Да, на 10% это у нас этот общественный транспорт и пункт назначения.
64, рост 9 граждан. Так, теперь чем можно теперь заняться? Так, давайте тогда заранее соединим наши два города, как бы сказать, железнодорожной сетью, а именно Конороград и, естественно, соединим Тулу. Тулу и Конороград. Так, где у нас тут получается ЖДшка? Так, сперва, перед тем, чтобы ставить ЖД, надо поставить тут автобусную сеть, как говорится. А именно дороги при... Ну, именно сделать дороги тут. Ну, пускай тут будут такие дороги. Конечно, криво у меня получается, блин. Но со временем, как говорится, все это будет делаться и так далее. Так, остановки, железная дорога. А, мне краски нужны станции, ребят. Мне станции нужны. Давайте-ка сразу заранее на 320 метров поставим ЖД. Ёб твою. Лагает, конечно, пиздец. Вот. Ставим. Давай, прогружайся. Вот, ставим такую нашу длиннющую станцию. Во. Омнибусы я пока что не буду их ставить, как бы сказать, для... Именно для маршрутов, именно. Пока что, как говорится, немножко так продвинем вот эти вот два города, которые нам очень так важны. Так, вот. Вот. И вот эту вот станцию тоже ставим сюда. Как говорится. Вот сюда поставим. Вот сюда. Все. У нас теперь тут есть станции две. И теперь для них строим ЖД линию. Так, чтобы у нас особо деньги минус не уходили, чтобы нам хотя бы хватило, блин, на вагоны, там все там подобное. Так. Вот у нас ЖД линия. Это ведь правильно? Правильно. Так, путевые сигналы. А, это вот путевые точки. Но они нам пока не понадобятся. Сперва надо для... Ну, сперва, естественно, построить надо железнодорогу огромнейшую. Надо сперва, естественно, построить именно ЖД линию. Вот мы строим ЖД линию, как говорится. Так, у нас получается... Сколько она будет километров? Ну, наверное, дохуя. Ладно, на всякий случай построим пока прямой. Да. Потому что станцию, скорее всего, буду ее... Не, вот эту, скорее всего, не буду ее расширять. А для расширения построю, наверное, другую именно часть станции и все там подобное. Сделаем такой вот заворот. Как говорится. Железнодорожный переезд. Делаю все так максимально, чтобы особо денег не тратить именно на постройку ЖД. Хотя... Семафоры, вот эта вся хуйня, блин, тоже будет все тратиться. Так. Строим также вот, ну, вот здесь. Вот здесь. Получается у нас такой вот, получается, поворот. Такой вот поворот, ну, нормально, как бы сказать. Ничего такого плохого-то не видно. Так. А, что тут делаем затем? Ну, давайте тут сразу заранее построим. Блять. Что ж так все криво? Столкновение. Так. У меня что-то ни хрена не получается поставить вот это. А, вот. Ну, вот. И вот сюда мне. Ни хрена. Да ё-моё. Во, получилось. Все. Вот наше ЖД готово почти что, но это только начало, как говорится. Я просто специально почему я для этого ставлю, для того, чтобы
Поезда могли бы хоть как-нибудь разворачиваться, а именно паровозы наши. Здесь, чтобы они могли тут разворачиваться. Английскую стрелку я тут ставить нахрен не буду, то смысла от нее нету абсолютно. Но тут, скорее всего, в будущем, наверное, тут будут кататься электрички. Я так понимаю. Но до электричек мы еще дойдем, как говорится. Так. Ну а так, ну, продолжаем строить все это добро. Так, тут у нас, естественно, автосохранение врубилось. Строим добро. Дальше. Главное, чтобы преодолевать все вот эти вот наши преграды, вот это все, вот эти вот. Так, это что-то дороговато. Все эти горы. Даже паровозы. Вот эти первые паровозы, они сейчас будут не особо-то мощные, как бы сказать. Но на то время они пиздец. Типа... Но они в то время были просто пиздец. Типа, ну, вообще быстрые типа машины, в отличие от этих вот повозок, блядь, с лошадьми. Так, вот строим и строим, строим и строим, как говорится. Так. Главное, чтобы достроить все так, чтобы прям было все красиво и все замечательно. Ну, тут, конечно, будет и много всяких этих модернизаций, там все такое. Ну, короче, будет прикольно. Вот так сделал, делаем так поворот. Да, скорее всего, в будущем. Потому что в будущем тут, скорее всего, тут будет также кататься и грузовые поезда, которые будут возить именно весь стройматериал сюда, и поэтому тут, скорее всего, сделаем так, чтобы тут, получается, тут был только главный путь, а здесь, как бы сказать, сделаем ответвление для станций. Ну, для пассажирских локомотивов. Ну, вы сами понимаете. Ну, и также тут будут проезжать, скорее всего, и пригородные. Ой, не пригородные, я имею в виду, тут будут проезжать, как бы сказать, вот эти вот поезда дальнего следования, вот эти все купе, там хуипе, блин, ну короче, вот. Как-то так. Так, вот, все строим и строим. Так, вот, сюда. Сюда. Так, нет. Сюда, чтобы прям ровно все было, как говорится, чтобы было красиво. Так, во, поставили. Так, теперь вот сюда. Все. Наша ЖД-линия готова, как говорится. Только осталось только и некоторые мелочи, только вот осталось только вот сделать. Естественно, вот эти вот развороты пока что на время. Они пока что временно тут будут, поэтому вот. Все, поставили. Теперь осталось поставить сигнализацию. Ой, да, кстати, надо еще депо построить. Ну, допускай, построю я подальше от станции, наверное. Да. Так, вот сюда вот ставим. У нас тут будет... у нас тут не будет, короче, одностороннего движения, поэтому вот. Поэтому так вот все будет кататься, все тут будет двигаться, как говорится. Ну, короче, будет все на чики-пуки. Так. Ну и также здесь на конце тоже ставим. И ставим, естественно, все вот эти вот семафоры. Так вот. Все вот эти старые семафоры ставим так вот, как говорится. Используется в качестве обычного сигнала для регулирования движения или для обозначения одностороннего движения. О как. Типа можно настраивать их либо на одностороннее движение, либо как-то так. Но у нас тут, как говорится, ну, не одностороннее движение, а именно
У нас именно двухстороннее, как бы сказать, движение. Тут у нас типа вот первое движение, а вот второе обратно. Ну, вы и так поняли, как бы сказать. Первый путь и второй путь, грубо говоря. Так, все это ставим потихоньку, спокойненько, без всякого напряга. Во, все. Теперь тут больше трогать ничего не нужно. Так. Вот. Вот и теперь уже подошли к нашему к нашим локомотивам, как говорится. Так. Так, ставим тут сигнал. Для депошных, как говорится. И вот здесь сигнал. И все. Так, что делаем дальше? Ну, естественно, покупаем наши составы, как говорится, первые. Вот, кстати, наш первый состав. Паровоз В. Тип 1. Этот пассажирский локомотив типа 2-2-0 обслуживал железную дорогу между Санкт-Петербургом и Москвой. Большие движущие колеса обеспечивали высокую скорость. 28 км в час. Они ездили, ребят. Но на то время это прям ебануть, какая скорость, блядь. Господи. Очень уж, конечно, медленные паровозы, блин, ну. Они, конечно, вот они медленные, да. Так, мне кажется, надо еще купить. Надо еще занять. Вот. Вот столько вот заняли. Блин, не хватает. Еще надо немного так занять. Но это потом они окупятся, ребят, вот эти паровозы, поэтому. Все будет хорошо и все будет отлично. Так, вот, купили паровозы. Теперь надо для них придумать маршрут. Линия 1, линия 2. Ну, тут, скорее всего, будем цеплять, тут будем делать длинный маршрут именно для этих паровозов. Тула, Конорград. Точнее, Конорград. Сейчас лагает. А, не-не. Ну вот, пошли наши первые, как говорится, паровозы. Вот они. Вот они пошли. Вот старый наш паровозик, как говорится. Пошел, пыхтит, 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 как говорится. Красивые вагоны, блин. Кстати, эти вагоны Николая Первого. При Николае Первом еще эти вагоны строили. Я охренею, сколько им лет уже. Просто, ну, пиздец. Ну, раньше мы такому ребята ездили, наши, как говорится, предки и все тому подобное. Еще в те времена, блин, на этих паровозах. Хотя на то время они считались просто капец. Это типа как что-то там такое, блин, невероятное, как говорится. Вот, кстати, наш второй паровозик выезжает. Но мы его пока лучше тормознем. Сигнал надо, кстати, в игре сделать звук потише, а то громкий очень. Давайте уж тогда я сделал потише звук. О, туда. Основное, ну пускай будет на 5. Вот, ребят, вот наш первый паровоз уже приехал на станцию. Блин, какая же это красота все-таки, ё-моё. Вот он останавливается. Ну,
Все, поехал. Пока что людей нету. Так. Ну, уже я так думаю, можем построить. Хотя давайте тут построим тогда трамвайную линию. Вот тут построим трамвайную линию тогда. Первый сделаем первый трамвай, который будет выглядеть как повозки, блядь. И все. Ну, приступаем, как говорится, к строительству. Так, ладно. Вот, кстати, у нас остановки, все там подобное. Народ пока что особо не хочет им этим пользоваться. Многие думают, что нам это нахер как бы не надо и все. Но потом все-таки захотят использовать все это. Всю вот эту красоту, как говорится, все тому подобное. Ну, они захотят, захотят, ё-моё, ещё как. Так, теперь берем вот эту вот нашу кольцевую и ставим ее сюда. Это у нас будет, как бы сказать, автовокзал. Во, все нормально. Теперь, так, ну маршрут, не, пока не надо. Так. Где наши остановочки? Это не то. А мне нужны остановки. Вот они, наши остановочки старые. Так, что у нас тут? Ну, этот маршрут тогда поедет прямо, как говорится. Вот тут вот прямо. Вот так вот. Ну и затем на вокзал. В принципе, трамвайный маршрут будет идти так же, как и он и шел. Но сейчас надо построить трамвайное депо. Вот, нет, не оно, а вот и оно. Пока что будут ездить у нас только одни повозки. Ничего, как говорится, со временем уже будут уже более-менее нормальные трамваи кататься. Кстати, это у нас асфальт даже тут построен. Вот, кстати, уже трамвайные пути начинаются вот здесь вот. Так. Угу. Так, вот улицы. Так, инструменты, трамвайчики. Это, кстати, это типа... Это принадлежность, это вот... А, вот трамвайные пути. Строим, значит, так. Так. Все. Теперь затем вот так. Так. Прямо. Вот так. Так. Все. Готово. Теперь осталось только запустить трамвайчики. Наши первые. Ну, как бы сказать, да, трамваи, повозки, блядь, там. Короче, всякая хрень. Так, где у нас там трамвайчики там наши вот. О, вот они. Одесская конка, как говорится, вот. Давайте также сделаем по 6. Ну, бля, я уже создал новый маршрут. Вот он. Так. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Все. По 8 раз, блядь, будут они кататься. Так, все, я для вас маршрут сделал, пора вас выпускать. О, как они поехали. Вот они, наши конки. Трамвайчики первые, как говорится. Вот это да. Прикольная такая хуйня, блин. Очень прикольная. Такая забавная штука.
И на этом, естественно, раньше катались также люди. Да. Паровоз наш только поехал. Ну это давай-ка уже сразу запустим, чтобы он ехал уже к станции, как говорится. О, сколько людей тут. О, нормально, нормально, бля. Блядь, в глаз тут попало. Ресница. А, вот, кстати, уже первый пассажир уже прискакали, как говорится. Где тут челики? Так, челики, челики. А вот, кстати, один человек пришел на станцию. Решил все-таки поиспытать, как говорится, лучшее отечественное. Ну, как бы сказать, отечественную железную дорогу решил поиспытать. Ну и пускай испытает, как бы сказать, пускай. Все-таки для него старались, как говорится. Так, давай сейчас лучше займем пару баблосов, как говорится. Даже 2 миллиона, что-то очень много я взял. Так, а вот здесь тогда построим, вот здесь, в Конрограде, тогда делаем так. Во, вот здесь построим нашу линию. Ну, нормально, проскочат люди как-нибудь. Ага. Так, что тут делаем дальше? Так, тут надо проскинуть, как говорится, мозгами, все там подобное. Как же тут все-таки можно провернуть? А, знаю. Давайте, короче, сразу тут вот построим. Тут, короче, будет автобусная линия просто и все. Давайте тогда ждем ее изнутри. Вот так вот. Во. Это вот здесь, это отсюда будет именно ехать маршрут и все там подобное. И отсюда будет забирать людей, как говорится, с вокзала. Так, и затем построим линию вот здесь. Не, лучше здесь. Все. Так, вот наши остановки. Ставим остановки вот здесь, здесь. Так, как же пойдем? Так, получается, по этому маршруту. Не, лучше так мы не пойдем, потому что, блядь, какая-то хрень будет непонятная. Тем более надо собирать именно людей, как бы сказать, с каждого именно жилого блока. Поэтому тут поставим остановки вот так вот, чтобы они все садились. Не, даже эту остановку лучше поставить, лучше две эти остановки поставить в другом месте, а поставить лучше их здесь. Во! Замечательно, как говорится. Пара остановочек и все. Так, теперь что делаем дальше? Линию создаем и сделаем депо транспортное. Вот, кстати, здесь у нас транспорт. Так, будет создаваться, как говорится. А, я это даже линию не затронул. Ну, окей, сейчас затрону. Так, ставим вот здесь, 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 блядь, ставься, здесь, здесь. Все. Улица Юбилейная. Кстати, у нас тут в Конрограде целых 9 человек, блядь, живет. Ой, 109 человек, точнее, 109. 156, ё-моё. А, 156 пункт назначения. И, естественно, обычного частного транспорта тут на 10%. Ну, сейчас, как говорится, будет уже на полную катушку, как говорится, весь этот общественный транспорт. Давайте уж тогда тут поставим, естественно, двухэтажные омнибусы. Пускай
Они будут тут. Ну, также 6 штук. И все. Во. Вот они, наши золотые поехали. Вот они поехали, как говорится. Сейчас все будет четко, как говорится. Все так, как надо. Так. Где у нас наш этот... Пых-пых. А, пых-пых уже тут вот едет. Вот он. Наш паровозик, как говорится, чух-чух. Так, сколько тут людей? Пока что тут один только человек, и все. А, стоп. А, не, я построил, бля, просто был не видно, и все. Не просто не было не видно, как говорится, вот эту вот линию. Пока что один человек только стоит, и все. Но ничего страшного. Сейчас, как говорится, тут пополнится. Все тут будет замечательно. Так, ладно. Пока что это на стопе будет стоять. Пока он тут будет стоять, простаивать, как говорится. Так, ну. Кстати, вот, кстати, потом можно Магадан развивать. Магадан, тут получается у нас тут вот кирпичи делаются. Так, что у нас там по камню-то? Это у нас уголь. Бля. Тут у нас дерево. Так, что у нас тут еще есть? Есть вообще из этого. Нефть. Опять уголь. Ой, опять этот кирпичи. Точнее, стройматериал. Так, что у нас тут еще? Есть тут вообще, блядь, эти самые каменные, как бы, вот эти вот карьеры-то, где они? Не, вот, представляете, вот, ребят, если будет это все это в такой жопе, бля. Ну ладно, потом это разберемся, как говорится, с этими карьерами, хуерами, бля, ну. Ну, короче, вы поняли. Потом мы найдем как-нибудь. А, стоп. Стоп, 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 стоп. У нас же ведь есть это, ё-моё. Так, где у нас? Вот, города. Так. Так, 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 так. Где же у нас фабрики? Не, не, не здесь. Не здесь. Я, кстати, охренею, если там, к примеру, карьер будет еще находиться какой-нибудь непонятный. Нихера себе. Тольятти. Тольяттинский карьер, ё-моё. Оу. А, кстати. Я бы, конечно, не сказал, что это прям... Не, это далеко. Очень далеко. Ну, тут, в принципе, с одного карьера можно возить там много чего. Так, Казань. Вот, кстати, вот Казанский тут рядом. Кстати, вот с Казани можно, в принципе... С Казанского карьера можно возить... А, вот, кстати, еще один карьерик. Вот Казанский второй карьер. Ну, в принципе-то можно как бы возить вот этот самый стройматериал. Даже питать целых два карьера. Вот этот карьер, который будет отвечать за вот это вот за вот это все. А вот этот тогда можно перевозить тогда вот сюда вот. В принципе, логично. Ну а чё? Нормально, нормально. Как говорится, ну ладно, это потом тогда этим займемся. Так, где у нас этот чух-чух-чух? Так, вот, кстати, у нас уже человек тут стоит, бля. Один человек стоит уже на станции, ждет, ё-моё, ну когда? Когда ты уже приедешь, сука? Так, пассажиры еще вот сели.
пару штучек. Так. Ну давай, пыхчан, блядь. Лучше ускорить, как говорится, так проще будет. А то очень долго. Так, пока стой. Все, давай, поехали вы. Поехали. Все, поехали наши паровозики. Как говорится, прибыль будет, но не сразу, но будет. Так, давай-ка теперь уже нашим завершением данного ролика тут построим, естественно, трамвайчики. Трамвайчики у нас как будут идти. Давайте-ка отсюда будет идти трамваи наши. Сразу тут сделаем наш трамвай, они будут идти как раз-таки отсюда. Так, вот с этого депо. Вот, кстати, вот трамвайное депо. Во! Замечательно, как говорится. Значит, у нас трамвай как пойдет. Он пойдет, получается, так вот, отсюда. Потом построим тут остановку. Затем он так пойдет. Ну, тут остановка. Потом здесь остановку поставим. Потом. Не, стоп. Давайте-ка так уж быть подрасчитаем. Так, надо взять, естественно, инструменты. Трамвайные пути. Не-н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 е, блядь. Сука, не в это направление. Убрать. Вот тут построить. Вот, все построили. Так. Получается, у нас трамвай будет здесь ходить. Вот так. Давайте вот так пойдет он. Потом так. Потом пойдет он. Так, вот так пойдет. Да ё-моё. Я по-другому хотел. Не. Ну ладно. Тут будет у нас конечная, как говорится, вот здесь. И все. Так, где у нас тут конечные остановки? Не здесь, а вот здесь. Вот они. Наши конечки. Так, ну тут строим и все. Вообще, считаю, их не видно, блядь, эти трамвайные пути. Ну ладно, это как-нибудь продолжится потом. Это пока что так на заметку так оставил. Как говорится. Не, хотя можно для красоты и убрать нахрен это всю эту херню. Вот. Это берем для красоты. Вот, теперь смотрите, как у нас все красиво тут получается. Так. Естественно, по начальным нашим путям поставим остановки, как поставим. Ну, как я и задумывал. Не, вот здесь нахуй. Вот здесь поставим. Вот здесь. У нас получаются такие вот длиннющие, как бы сказать, расстояния остановок. Давайте вот здесь вот поставим остановку. Еще.
Можно поставить вот здесь. И все. И нормально, как говорится. Теперь у нас два города будут с трамваями. Пока что в минус только уходим, но в скором времени будет и плюс. Как говорится, не все сразу будет. Но все же. Так, теперь что дело? Дело новый маршрут, как говорится. Так, новый маршрут. Конечно, будет у нас тут фиолетовый. Но ничего страшного. Так, вот здесь. Так, потом. Как я там подзадумывал. Вот здесь. Здесь, здесь, здесь. Во! Красота. Здесь, вот здесь. Сука, загружайте давай. Вот здесь. Потом мне надо в будущем тут решить еще проблемы с пробками и все там подобное. Но пока что проблем в этом нету. О, кстати, пассажиры подскочили. Уже 24 пассажира, бля. Прикольно. 23 человека везет трамвай. Чуть ли не сказал трамвай, бля. Понимаю, бывает. Так, давайте также тут сделаем по 6 трамваев, пускай тут ходит. Во. Ну, как говорится, красота, ребят, красота. Все, а теперь у нас два города развитых. И замечательно. Теперь у нас уже везде, как говорится, ну, по трамваям уже ездят. Ну, естественно, тут по тоже трамваям. Ну и вот. Ну ладно, ребят, давайте уж тогда на этом все. Как говорится, спасибо вам огромное за просмотр. Не забудь поставить палец вверх. Подписаться на канал, естественно. Всем пока-пока, естественно, ребята. И вам, как говорится, удачи.